Приехал сегодня в Просковеевку из Геленджика. Специально из-за скалы, только парус по сути и все. Цены тут вообще аномальные, продукты. Два ГИС даже ни одного магазина не показывается, потому что частные палатки. И все, больше ничего и нет. Автобус ходит один раз в 3 часа, а то и даже реже ходит. Там еще ремонт получается. Вот уже делают дорогу, не могут сделать. Новороссийска до Геленджика. Вот тут шкуры диких животных всяких в кавказском стиле. Люди, видимо, из-за уединенности приезжают в такие поселки. Чем-то похожим напомнило этот Египет, Шарм-эль-Шейх. Такие же пляжи там. Тоже галька. Эта речка впадает в море. Всякие кафе. Пляж организован. Я лежак не брал, не планировал. Купаться-то я все равно буду, конечно. Грех не купаться. Да, наверное, вообще хорошо освежает, ледяная, наверное. Сейчас сниму берег местный. Есть этот пирс, ну сюда вроде как говорят катера ходят прогулочные, только откуда они ходят, из Геленджика или Новороссийска, а вон даже эта скала-то видна отсюда, оказывается. Не обязательно до нее идти, можно отсюда просто здесь полежать и все, искупаться. Не обязательно туда прям переться, там, наверное, неудобная дорога. Идем на скалу. Дорога весьма еле проходная, так сказать. Были бы правительство нормально, сделали бы нормальную дорогу. Так у нас только воровать умеют все. Поток желающих огромный. Всем нужны фотосессии всякие. И так далее, скорее всего. Уже сходили. Еще не нас полный.
До свидания. Да, шлепанцев, блять, можно босиком остаться. О, даже залазят в эту рамку. В рамку. Жарко сегодня, плюс 30. Очень ясно и так с начала июля. Что уже никто не купается. Парень. Ищет. Потерял. Четыре минуты иду и минуты три до съемки еще шел. Там вообще тяжело уравновесие удерживать. Острые камни кривые. Тут более-менее уже море выровняло, прибило. Хотя камнепад тоже вообще-то, думаю, возможен. Да, чем ближе, тем живописнее вид. Залазят в рамку эту. Поймай, да? Вот это там и подними, да. Спасибо. Спасибо.